Скоро Новый год. Здесь ни снега, ни мороза, тепло. Только вот туман сегодня. Это Железноводск. Железноводский бювет, куда люди приезжают попить водички минеральной. Там гора, но сейчас ее не видно. Туман. Ну, видимость метров 50. Источник славянский. Вот, сейчас выпьем здесь водички. Генералочка. Идем к следующему источнику. Люди развлекаются как могут. Подходим к следующему источнику. Вот орел. И кошка лазит. Куда же у нас без кошек-то? Смирновский источник. Попьем здесь водички. Все, можно идти в санаторий. Водички попили, теперь можно пообедать. Вот какой туман. Ничего не видно. Там торговые ряды, но ничего вообще не видно внизу.